Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Ананда Саходитам Си Нанда Нанданам Банде Радхика Чарано Дайам Гопи Джанно Самаюктам Бинда Банам Манохарам Панча Калпатару Васяки Пасинду Бевача Патитанам Павуне Бхавишна Бибхьо Наму Нама Мукам Кароти Вача Ланг Пангун Ланг Хайте Грим Ятхи Патам Ханг Банди Парамананду Мадхавам Бриндавай Тулсидеббай Пиявай Кесава Сача Шна Бхакти Паде Деви Сатва Ваттвай Наму Нама Нараяна намаскритто норанчайва нараттамам Девин сарасватин васам тато жайо мудире Шанкиртане кришна катхупадеш Гаурия патрашо пракасанеча Шадануракта гуру бхакти юкто Бхакти прамодакша жагодваруна Дхайям сада парибхавагнам авиштадухам Тетхас падам сива виранчанутам сараньям Виттатихам панутопал бхавадипутам Банде махапурушате чаранаравиндам Ятпада паллава накачандамани чатая Висфуриджитакимапикапавадушвадарши Пурна нурагра сасагра сарамурти сарадхикамай када кипам кирош. Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Си Аддвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари Хари Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ajanulambita bhujau kanuka bodhato, Sankirtanai kapitaro kamala ayatakshu, Vishambaru dijabaru yugadharma palo, Banде jagat priyakaru, Каруна Бхутару, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура сурайр вандито дибба рупам Бхуктин ча муктин ча дада синиттам Бхавану рупе на сада наранам Ганга таранга рамания жата калапам Гаури нирантара вибуши тобам бхагам Нараяно приямананго мадапхарам Варанаси пурапати бхажавишанатам Багиша джушша падане Лакшмир джасша ча бхакшаши Ясьясте хидай самбид Твам нишинга махам бхаже Хари Кришна Хари Кришна Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари, Хари. Нама Санкиртанам Ясо, Сарва Папа Пранасанам, Пранама Дукша Шаманам, Тангнамами Харим Парам Нам Санкиртанам Яшо Сарва Папа Пранасанам Пранама Дукша Шаманам
Tang namami harim param. Gauriya Goshtipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada told, Param Vijayate Sri Krishna Sankirtanam is our slogan. Gauriya Goshtipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Jagadguru told, Param Vijayate Sri Krishna Sankirtanam. Gaudiya Goshtipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada сказал, что Param Vijayate Шри Кришна Санкиртанам – это единственный девиз Гауди Мантха, и с этим девизом мы, Гауди, должны продвигаться. И без помощи Санкиртаны, нам Санкиртаны, Харинама, все бесполезно. И без Харинама Санкиртана все бесполезно, все, что бы мы ни делали. Если мы не примем прибежище, о Харинам Санкиртана, то все бесполезно. Любые наши действия без Санкиртаны, они бесполезны. Какие-то преданные спросили меня, что мы занимаемся публикациями, публикуем многие книги, как-то редактируем их, приводим в должный вид, но не получаем крипа милости. Почему? Я спросил, повторяют ли они Лак Харинама, совершают ли Санкиртан должным образом. Сказали, что не успеваем. И вот это причина того, что они не прогрессировали любой вид баджана. Не только девятисложная бхакти. Любой вид баджана, который вы совершаете в вашей жизни, все должно быть. Все нужно совершать, приняв прибежище у Харинама, у Нама Санкиртаны. Без этого наш баджан невозможен. И поэтому множество проблем возникает. Шрила Прабхупад сказал, что есть и другая проблема. И какова она? Баджана-крия и садан-бхакти – это разные вещи. Люди, они путаются. И вот баджана-крия, они говорят баджана-крия, точнее, я должен сказать садана-крия, а не то, что они делают. Когда кто-то с самого начала пытается совершать какой-то баджан, он несовершенен, он более-менее ведом своим материальным умом, поэтому его баджан несовершенен. И все, что он делает, харинам и все остальное, не производит влияния на душу. То есть он вроде что-то делает, но процесс его баджана не затрагивает душу, поскольку нет связи между ними. И вот он пытается что-то делать, конечно, прилагает своими материальными органами чувств, пытается что-то делать, но это баджана крия вот иногда не имеет воздействия на душу, на атму. И хари баджан, подлинный харибаджан. Что такое садана? Садан бхакти. Садана крия и садана бхакти. Садана бхакти под руководством Гуру Вайшнава может произвести какое-то впечатление, какой-то эффект на душу, и ваша душа постепенно очистится. И вот таким образом можно найти, что садана бхакти, хотя мы пытаемся совершать садана бхакти под руководством чистых преданных, мы пытаемся следовать нашему Гуру Падпадме полностью, и в этом случае, если мы искренне, то мы можем найти, что ваш баджан, он влияет на ваше сердце, на вашу душу, и так постепенно вы заметите, что это меняет
ваше внутреннее Я. И Шрила Прабхупад говорит, что все проблемы создаются вот на этом, на основе этого, что люди не могут понять, кто есть кто. Не все могут понять, что такое садхана бхакти. Кто совершает подлинный баджан, садхана бхакти, или то, что они делают, вроде внешне выглядит одинаково, одно имеет, производит эффект на душу, а другое нет. Кто-то спрашивает, почему недостаток харикатхи, харикиртан и харикатха, их очень мало. Особенно настоящих. Харикатха и харикиртан, их очень мало. Подлинная харикатха и подлинная харикиртан, они в опасности сейчас. Кто-то спрашивает, почему недостаток харикиртана в этом мире. Шрила Прабхупад говорит, те чистые преданные, они, потому что общество игнорирует их. Так называемое общество, матхи и прочие организации, они избегают чистых гуру, вайшнавов. Они пытаются с ними как-то бороться, пытаться прекратить их харикатху. Внешне, может, это не так заметно, но внутри видно, что они всячески протестуют против тех, кто говорит подлинный харикатху. Может, это не выглядит как-то не прямо, но косвенно они все это делают. И поэтому недостаток харикатхи сейчас. Недостаток чистой харикатхи. Поэтому Шрила Прабхупад говорит, что мы из-за того, что мы игнорируем чистые гуру вайшнавов, находим недостатки в них, как-то пытаемся бороться с ними, выгнать их, прекратить их харикатху, то и это главная проблема. Из-за этого недостаток харикатхи. И так или иначе, ситуация идет в противоположном направлении. И вот в Шримад Бхагавата Махапуране говорится, что сейчас ситуация очень сложна, настолько сложна, что в этой ситуации харикатха невозможна. Но все же мы пытаемся сделать лучшее из возможного. В Шримад Бхагавата Махапуране говорится, Шудраха Пратиграйшванти Тапавеша Упиживинаха. Те, кто шудра. Шудра значит те, кто родился в низких кастах, а в смысле тот, чье умонастроение очень скверно, очень низко. То есть такие низкокастовые люди. Если такие люди принимают, одевают одежду саньяси, брамачари, а занимаются тем же самым, что раньше, то это глупо, и другие глупые люди позволяют этому происходить. И вот Шримад Бхагавата Махапуране есть такая шлока. Дхармам бакшанти адхармагья адируру уттам ашанам. Those who are passing lecture about dharma. Те, кто говорят о дхарме, часто можно наблюдать, что те, кто говорят о дхарме, сами очень падшие. Те внешние могут совершать нам санкиртаны, еще какие-то благоприятные действия, но внутри они падшие. И поэтому не происходит развитие этого духовного общества, поскольку мы не смотрим на суть вещей. Или можно посмотреть на Вишу Вайшнава Раджа Сабху, что от нее осталось одно название. Но настроение Шрилы Прабхупады и Гуруварги было в другом, в том, чтобы люди получили подлинное благо.
I think so. Situation creating. So different kind of sabotage, politics, fighting, you know, Gosala attack coming and you know. И вот различные проблемы на пути Хари Бхаджана возникают. Speaking, I cheat money this way. Oh, this way going. How long I can I don't know. I like to because I am not feeling you know any tension. That's why I'm speaking Harikatha. No unity. No unity in the society. И нету такого единения в обществе. Обратная вещь наблюдать, что люди идут, объединяются друг с другом, чтобы идти на компромисс с Майей. И в этом проблема. Мало кто может прикоснуться к стопам Шрилы Нарсимхадевы и дать обет следовать стопам Шрилы Прабхупады под именем Харикатхи и Харикиртана происходит что-то другое. Что я могу сделать? Everybody like to get busy with their personal matters. Все занимаются своими корыстными мотивами. Jump into fire. Let them. There is a condition. So it is written in Bhagavatam. Dharmam bhakshanti adharmagya udhiruro uttamasanam. Dharmam bhakshanti adharmagya. They are speaking Harikatha. Shudra, fallen soul, taking the seat of Vyasasana and speaking Harikatha. And everybody is hearing. Everybody hearing that Harikatha. This way everything, all the vitals of bhajan are all gone. I don't know, Prabhupada can come again or not. When he can come, I don't know. To rectify the situation. In my whole life, I am not going to ask any pranami, nothing from anybody. But still this kind of... Bhagavan Sri Krishna also, in Dwaraka, he has stolen Samantag money. Однажды Bhagavan Sri Krishna заподозрили в краже какого-то драгоценного камня. This way, и таким образом... Кришна, он вынужден был найти решение, поскольку он Кришна, Верховный Господь. И так или иначе, Нама Санкиртана, все время мы должны совершать Нама Санкиртана, чтобы избежать влияния Кали, но все же различные проблемы могут прийти, чтобы беспокоить вас. Шрила Прабхупада говорит, если у меня нет желания утвердиться в Сиддханте Вичаре Гуранги Махапрабху, то тогда нельзя сказать, что мы гауди. Если мы пытаемся утвердить какие-то личные свои взгляды, отличные от учения Шримана Махапрабху, то нельзя сказать, что мы следуем Махапрабху. Но обычные люди они не понимают, что такое Сиддханта и все остальное. Слушают все подряд и думают, что это Харикатха. И таким образом множество проблем возникает. Джива Госвами Пад говорит, что Харинам Санкиртан Харикатха. Под именем Джива Госвами Пад в Сандарбхе особо говорит, что мы не можем дать положение, то есть мы не можем позволить находиться на Вьясасане каким-то обманщиком.
Но кто следует Харе Бхакти Виласе, Бхакти Расамрита Синта, можете ли вы показать мне? Джива Госвами говорит, и вот есть два вида. Бхакта, сарага, нирага, дубидо, прикиртита. Тех вакт, те, кто говорят, те, первые говорят от своего ума, а вторые говорят от своего сердца. Они рассказывают о своем глубоком чувстве разлуки с Гауранга, и поэтому и они пытаются потушить огонь в своем сердце с помощью Харикатхи. И Харикатха — это не то, чем они зарабатывают на жизнь. Они говорят Харикатху, чтобы потушить пожар огня, пожар разлуки в своем сердце. Поэтому они говорят Харикатху. Другие эти лекторы говорят только для того, чтобы прославиться или что-то заработать. И таким образом, есть два вида таких лекторов. Who like to collect name, fame, position, everything, then you are going to die, even after hearing Harikatha. Even after hearing Harikatha, you are going to die, because you are hearing Harikatha from wrong source. Если мы будем слушать Харикатху из неправильного источника, то это очень опасно. Хотя в воде, с одной стороны, выглядит как Харикатха, с другой стороны, отравлено, как молоко. Молоко — это идеальная пища, но если змея, она прикоснется к молоку, то если кто-то выпьет такое молоко, оно, вот этот человек помрет, хотя внешне выглядит такое же молоко, как обычно, но отравленное змеиным ядом, оно выглядит точно так же, но последствия совсем другие. I have no desire to stay here anymore. So dirty situation. So dirty situation I cannot find. All against Prabhupada. All against Bhakti Siddhanta. All, everyone. Almost everyone. There is a situation. So Jiva Goswami was speaking. You must be careful. You must be very careful. Before allowing the Vyasasana to anybody. The sloka I already told in Bhagavatam, you can find 12 canto. Dharmam bhakshanti adharam agya adhirura uttamasanam. Dharmam bhakshanti adharam agya adhirura uttamasanam. They are speaking Harikatha this way. Another very important point, I think you never realize this point. И другая очень важная вещь, я думал, вы еще не каждый понял это, если мы будем игнорировать Гуру Вайшнава, то кто покажет вам Вани Сварупу Гауранги Махапрабху? Кто-то занимается политикой и прочими вещами, но кто защитит вас? Если вы хотите выгнать всех гуру вайшнавов из общества, то кто защитит вас? Кто покажет вам Вани Сварупу Гауранги Махапрабху? Если Вани Сварупы нет, если мы не будем знать Вани Сварупу Гауранги, то как мы пойдем, поймем, кто такой Гауранга? They can speak, no? Because they have no idea. They have no idea who is Gauranga. They have no idea who is Gauranga. We have idea.
Because we are hearing Guru Varga, Sautapanta, we are hearing is Gauranga. That's been Bani Sharup going to express Gaur Sharup. Bani Gaur going to expose Gauranga, his character, his behavior. Vani Gaur. То есть это Вани Сварупа Гуранги, она может, мы через нее мы можем понять, кто такой Гуранга. Но мы совершаем гигантскую ошибку, если мы игнорируем Гуру Вайшнава. Слепое общество, оно обречено на смерть. И у меня нет решения для него. Вани Сварупа. Только чистые Гуру Вайшнава не могут показать нам Вани Сварупу. Их, они подобны трансцендентным громкоговорителям. У них есть вечная связь с Голока Дамой. Они не говорят то, что они запомнили, а говорят то сознание, которое пришло в их сердце. That's why they are speaking Harikatha from heart. So Guru Vaishnava, Prabhupada speaking there of Aprakita sound box. By the help of which Aprakita sound they are catching Harikatha, coming in tongue and heart, from heart, transferred to tongue, they are speaking Harikatha. Итак, Харикатхана является в их сердце и потом появляется на языке, и таким образом они говорят Харикатху. Может быть, далеко не каждый может понять и принять это, но кто-то может. И с такой надеждой я говорю Харикатху. Я знаю, большинство людей игнорируют меня, но все же. С великой надеждой я говорю Харикатху. Кришна Бхаджан, он очень редок. And jatatamam pishiddhaya. And it is written, manushranam sahasresu kachit jatatamam pishiddhaya. In Bhagavatam written, manushranam sahasresu kachit jatatamam pishiddhaya. Jatatamam pishiddhanam kachit mambeti tattato. Bhagavan speaking, Bhagavan говорит, countless people, среди множества людей, they are trying to know me. Мало кто может пытается узнать обо мне, что говорить о Рагануга и Рупануга Бхаджане. Шримад Бхагавата Махапуране говорит, Kochit jatatamapi siddhaya. A very rare. Very, very rare. Those are 100% from heart. Trying to do bhajan. Jatatamapi, they are trying. Genuinely they are trying. With strong hope. Today or tomorrow we must get Krishna. The lotus feet of Krishna. У нас должно быть стремление, надежда обрести лотосные стопы Шри Кришны. И вот Бхагаван говорит в этой шлоке. Те, кто искренне. So Krishna bhajan, Gauranga bhajan is not so easy. Manushranam sahasresu. Here it is written, out of thousands of people, but here thousands, it's not thousands. Somebody can say, Maharaj, how is the infinity? You can go through Tika commentary.
Вот здесь слово в этой шлоке сахасра значит не то, что у Бхагавана тысячи рук, голов и всего прочего. Здесь сахасра, еще на Чакравати поясняет, что здесь сахасра значит бесконечность. И вот среди многих и многих и вот среди бесчисленного числа людей в этом мире среди них немногие, кто пытаются обрести Кришну. И вот среди многих тех, кто вроде стремятся к Кришне, большинство хотят получить что-то от Кришны, и таков их баджан. И вот среди этих всех, кто пытается как-то достичь Кришны, то есть среди всех, кто вроде бы стремится к Кришне, большинство из них хотят что-то получить от Кришны, и очень мало кто хочет достичь Шри Кришны. И таким образом Шрила Прабхупад говорит, если Гуру Вайшнава кто, кроме Гуру Вайшнава, может показать нам, как совершать баджан должным образом? Кто может показать сокровенную суть баджана? Если бы Вани Сварупа не была проявлена, то как мы могли бы понять, кто такой Гуранга, каков Ачаран Гуранги? Если, например, предположить, что какие-то люди будут ставить божества везде, но что толку от них, если мы не можем развить сабанта-гьяну? Может быть, множество построенных храмов, но без знания о наших взаимоотношениях с Господом, что толку от них? И вот такие люди сейчас очень часто не могут. То есть при получении дикши мы должны обрести самбандхагьяну, знание наших взаимоотношений с Господом. Но такое далеко не всегда происходит. Многие ачарьи забывают об этом. Если если мы не будем служить чистым Гуру Вайшнавам, не слушать Харикатху от них, если у нас не будет веры в Гуру Вайшнавам, то что толку от божеств? Так большинство людей думают про божество, это какие-то идолы. Но мало кто может понять, что Виграха Гауранги не отлична от самого Гауранги. И вот Шрила Джагадананда Пандит, его отношения с Гурангой очень сокровенны. Шрила Джагадананда Пандит, он вечный спутник Гуранги Махапрабху. In Chaitanya Charitamrita or Krishna Das Kaviraj Goswami writing, Mahaprabhu is sold. Our Krishna Das Kaviraj Goswami writing, Mahaprabhu is sold to Jagadananda.
И вот Махапрабху, он буквально продан Джагатананде или Гададхар Пандиту. Продан, значит, как вот в этой шлоке говорится, что с помощью благодаря Писаниям мы знаем, что Гурудев он не отличен от Кришны, а Чаримам Виджа нет. Но это не значит, что Гурудев может совершать раса лилу с какими-то женщинами. Кто-то может вот под этой шлокой понимать так, но это совершенно не так. Неправильное понимание, превратное понимание, оно ничем не может помочь нам. И как это понимать? Вот здесь приятное говорится то, что Гурупад Падма очень дурак. Шри Кришне настолько дурак, что в соответствии с Ачинтья Бхеда Таттвы мы не можем видеть никакой разницы между Гурудевом и Кришной. И вот согласно Ачинтья Бхеда Таттвы, Гурудев одновременно един и отличен от Шри Кришны. Но это никак не значит, что Гурудев может совершать раса лилу, лилу творения мира и всех вселенных. Нет. И в Сандарбе говорится, что и читание Читамрити внутри. Читание Читамрити говорится, что внутри преданных Кришны проявляются все качества Кришны. Но все, не совсем все, а какие-то качества Кришна оставляет себе. Это вот способность творить вселенные, совершать расалилу, еще что-то. Вот эти некоторые качества, они принадлежат исключительно Бхагавану. И никто, кроме него, их не получает. И вот здесь говорится, что все качества Кришны могут явиться в сердце Гурупад Падмы или чистого Вайшнава, вот за исключением нескольких. И также не являются в частично. А в обусловленной душе эти качества могут частично явиться, а в чистых преданных полностью. Кришна – он источник всех достоинств, всех качеств. И все качества Кришны могут явиться внутри преданного или Гурудева, кроме нескольких особых качеств, которые зарезервированы за Кришной. И таким образом мы можем найти, что в соответствии с Ачинтья Бхеда Таттвой, Гурупад Падма, Шрила Прабхупад, Бхактивинода Тхакур, они одновременно едины с Кришной и отличаются от Него. И таким образом Джагатананда, он не отличен от Гуранги. Если я поклоняюсь Джагатананде, если я люблю Джагатананду, если я, у меня есть связь с Джагатанандой, если я обмениваюсь мыслями с Джагатанандой и обсуждаю Сиддханту, то, несомненно, мы обретем милость Гуранги, об этом мы забываем. И поэтому весь мир игнорирует вот эту книгу,
Парамавиварту, поскольку они обмануты и думают, что Уджал Миламани более благодатно читать, благоприятно читать, но это глупо. И для таких людей нет решения. О Джагадананда Пандите, кто говорит о нем? Да, ладно, если даже не только что о Джагадананда Пандите даже не говорят о днях явления ухода великих вайшнавов, и это мерило вайшнава можно понять, измерить буквально по тому, сколько любви он имеет к Гуру Вайшнава. В то время как Шрила Бхакти Прамод Пуридев Госвами Махарадж, он всегда говорил, что мы всегда должны обсуждать деяния, славу в день, хотя бы в дни явления и ухода великих вайшнавов. Мы должны прославлять этих вайшнавов, поскольку если мы прославляем их, то мы обретем силу. Это вот в этой шлоке говорится так, что душа джива может избавиться от обусловленности, обсуждая, слушая славу чистых преданных. Некоторые не только не прославляют их, а еще и только критикуют. Можно видеть, некоторые ачари критикуют каких-то учеников Шрилы Прабхупады, который одобрил сам Шрилу Прабхупаду. Вот такая плачевная ситуация во всем мире. Those who are preacher, how many times they are glorifying Gauriya devotees? Those who are preaching Raganuga, they touch anything about Jagadananda in their whole life. Можно понаблюдать, сколько люди, которые заявляют, что они проповедуют Рагануга Баджан, что они знают о Джагадананда Пандите, о Парамавиварте. Да, что об этом говорить, даже по Бхагавад-гите не могут ответить на простые вопросы, а сами заявляют, что проповедуют Рагануга Баджан, но это глупо, поскольку нет, если нет основы, нет фундамента. Бхагавад-гита — это основа, это фундамент. Это фундамент нашего баджана. But you are going to, Gita useless. Raganuga bhajan you are doing. Okay, karo. Let me see what you can do. So, Jagadananda Pandit and his Lord Gauranga can give you complete success. That I can promise. The love affair between Gauranga and Jagadananda Pandit can give you total success. И вот если мы поймем отношения Джагадананда Пандита и Гуранги Махапрабху, то это позволит нам достичь успеха в нашей жизни. И невозможно вспомнить, что Гурки Шрада Бхагавати Махарадж, у него было всего две книги, вот это Прама Бхакти Чандрика и вот это Парамавиварта. Вся суть Гауди Баджана есть в этих книгах, в киртанах Нарутама Такура. И вот с помощью, как Шрила Вамши Адас Бабаджи Махарадж, у него внешне не было никакого образования. Illiterate person, they can get Krishna. Most of the time we find. Иногда можно наблюдать, что внешне необразованные люди обретают Кришну, достигают успеха в баджане, а образованные не всегда.
то есть от внешнего материального образования мало что зависит. И вот однажды Шрила Кешава Госвами Махараджа посадили в тюрьму по ложному обвинению. Otherwise, why they can play politics with me, fighting? I have no money, nothing position. No reason. So Jagadananda Pandit is long affair with Gauranga Mahaprabhu can give you complete success in your life. I was discussing for those past some days. I was discussing about the love affair between Gauranga and Jagadananda Pandit. I was discussing how sweet love affair. Externally, you can find some fighting. И вот, хотя внешне может выглядеть, что между Махапрабху и Джагадананда Пандитом происходит какая-то борьба, но эта борьба сладостная. И я несколько дней назад говорил, что если на пути Кришна Бхаджана мы видим, что какая-то любовь и борьба, она случается ради одной единой великой цели Кришна Бхаджана, то мы приветствуем такое, поскольку цель едина. И если борьба какая-то идет ради Кришна Бхаджана, то в этом нет проблемы, но проблема в том, что ради этого никто не борется, никто не стремится совершать служение лучше, чем другие, и быстрее, и качественнее, сразу сейчас. Если любовь и борьба случаются ради одной единой великой цели Кришна Севы, то в этом нет ничего плохого. Это может случиться. Шрила Мадхава Госвами Махарадж вот, заявил, что освободит место явления Шрила Прабхупады, а другие люди с какого-то матха начали возмущаться, подавать суд на него, что он вообще с другого матха, как он смеет вообще освобождать место явления Шрила Прабхупады. То есть такие люди не только не помогают, а еще всячески препятствуют, еще смеют называться последователями Шрилы Прабхупады. И вот если любовь и борьба случаются ради одной единой высшей цели Кришна Сева, то в этом нет проблем. Но такое очень редко. И я говорил об отношениях Гауранги и Джагадананды. Внешне мы вынуждены совершить ошибку, как-то странно выглядит все. Those who are pure devotee, under their guidance, you can understand, get the test of this kind of love affair exchange. If personally, if you go to understand, you can misunderstand. You cannot understand. So on those days, I was discussing. И вот в те дни я говорил, как Джагадананда, он. Как он всем сердцем хотел слушать Гауранги, но Гауранга, он, поскольку Джагадананда хотел Махапрабху служить открыто, но Джагадананда забыл, что Махапрабху принял саньясу, это как бы не проблема, его любовь. Джагадананда забыл, что Махапрабху принял саньясу из-за своей любви. И вот он должен помнить, что Махапрабху, он принял саньясу, но он совершенно забыл об этом.
У него не было никакого айшварья гьяна. Если бы Джагадананда, у него было какое-то место в айшварья гьяна в его сердце, что он помнил, что Махапрабху, он Верховный Господь, Творец бесчисленных вселенных, то тогда такая любовь не могла бы проявиться. Джагадананда, он открыл свое сердце. Его сердце уже было открыто. Мы слепы не можем видеть. Если мы посмотрим на сердце Джагатананды, то нету, у него нет никакого запаха Айшвари Бава. Если бы было бы Айшвари Бава, что он бы воспринимал Махапрабху как Верховного Господа, так, таких ярких чувств любви не было бы. Мы уже в читании Чаритамриты находим такие слова Бхагавана. И вот Бхагаван говорит, наш Кришнадас Кавираж Госвами пишет тоже. Если есть Айшварья Бхава внутри сердца преданных, то Бхагаван не может вкусить вкус их прамы, их любви. Если преданный думает, что я друг Бхагавана, его ребенок, его возлюбленный, то такие отношения Бхагавана хочет. Или как Баладев думает о Кришне, что Кришна младше его, нужно заботиться о нем. Или Судам, Субал, они старше Кришны, они пытаются как-то заботиться о нем. Ешода дала им наставление, чтобы они как-то заботились о Кришне. Ешода дала наставление этим послушкам, которые постарше, чтобы следили за Кришной. И Кришне нравится это. Кришна говорит, что если кто-то думает, что я его друг, mother going to tie me, oh, wicked boy, stay here, I become very happy. Krishna speaking, I become very happy that this kind of love affair relationship. If somebody is thinking, oh, Bhagavan, giving Tulsi, Chandana, Yashodama never going to apply. И вот Кришне нравятся такие отношения, такие простые отношения, полные любви. Ешода никогда не предлагала Кришне Туласи Чандан с благодарением гирлянды. Она даже наоборот иногда брала палку, хотела отлупить его. Но Кришна более доволен такой простой любовью в Раджаваси. Это настроение в Раджаваси. У них есть вечная связь Кришна. Мы должны, по идее, развить нашу связь с Кришной, а в Раджавасе уже имеют такую связь с Кришной. Как, например, мать, ей не нужно учиться, как любить своего ребенка. Это естественно происходит. Это естественно, автоматически происходит по воле Бхагавана. И вот такая естественная любовь. Если мы разовьем ее с Бхагаваном, то тогда мы достигнем успеха. Когда такая естественная, спонтанная любовь, она возникнет в нашем сердце, то тогда мы достигнем успеха, иначе нет. Мы не можем найти никакой Айшварья Бхавы в сердце Джагатананды Пандита, если Джагатананда Пандит думал бы, что мой Прабху, Верховный Господь, то тогда
Джагатананда не мог бы служить Господу таким образом. Джагатананда служит Махапрабху открыто, значит, все, что он думает, что хорошо, то, что Махапрабху должен, пойди и принять, как Яшода, она сама думает, что она ответственна за все хорошее и плохое для Гопала. И вот Яшода думает, что ее ребенок не пьет молоко, у нас всего две коровы. А их молоко, оно имеет аромат лотоса. И вот Гопал любит вот это молоко. Молоко других коров не ест. И вот она, это молоко специально для него сохраняет, чтобы сделать йогурт, панир и прочее из этого молока. Поскольку Яшода есть, она знает, что любит ее сын. То есть она знает о всех его предпочтениях. Если вообще Кришна Бхагаван, он массирует стопы Баларама. То мы можем сказать, что Кришна служит Балараму. Вроде выглядит так с первого взгляда, но я могу сказать, что нет. Баларам служит Кришне. Как кто-то подумает, что это неправильно, но нет, это совершенно сиддханта. Внешне можно видеть, что Кришна, он массирует стопы Баларама. Но мы не понимаем значение сева. Сева значит то, что чтобы объект нашей севы был доволен. Сева значит делать все для удовлетворения севьевасту, объекта нашего служения. Но мы не понимаем, если вообще Кришна будет служить, массировать стопы Баларама, то Баларам, он не чувствует радости от этого. Он позволяет только потому, что Кришна доволен, делая это. И если Кришне нравится массировать его стопы, то Баларам, он позволяет это. И вот такого Сиддханта в Бхагаватам приводится. Гопи спрашивает, сколько пыли с наших стоп тебе нужно? Хорошо, мы готовы отправиться в ад на бесконечное время, но главное, чтобы Кришне было стало легче. И гопи говорят так. Нарада спросил, пыли с их стоп ради Кришны, то никто не дал, одни гопи сказали, сколько надо, бери сколько хочешь. Они не думали о себе, о том, что если пыль с их стоп попадет на Кришну, то они отправятся в ад. Нет, они думали, что если Кришна доволен, ему станет легче, то они готовы на все ради Кришны. И это зовется огромная любовь. Я думаю, вы никогда не мало кто чувствовал такую любовь в своей жизни. Это та любовь, у которой нет никакой корысти. Они думают только о полном удовлетворении севьевасту Кришны. И вот внешне можно, многие могут сказать, что Кришна слушает Баладеву, но я в соответствии с Бхагаватом могу с полной уверенностью сказать, что это Баларам служит Кришне, принимая массаж от него, поскольку Кришна доволен этим. И такое же настроение
у Джагаддананды. Same motive can find with Jagadananda. Inside Jagadananda there is no Aishwarjava. В сердце Джагаддананды нет никакой Айшварья Бхавы. Он пытается сделать лучше, чтобы Кришна был доволен. Он не думает, что его Господь уже принял саньясу и не может принимать все, что он делает. Но Гуранга Махапрабху, он не мог все служение принять от него. Как, например, если бы он мазался маслом, которое принес Джагаддананда, то это неприлично для саньяси. И вот для Джагаддананды может быть не проблема принести масло. Для Махапрабху, но Махапрабху из-за того, что он принес саньясу, он не может им пользоваться. И что же делать? Но когда Махапрабху прекратил принимать служение от Джагаддананды, тот разгневался. И вот это зовется таким прама-вивартой, такой водоворотом прямо буквально. Зигзагообразным. Течением любви. Это према, не какая-то материальная любовь, это природа према, если бы не было такой запутанности. Это такое зигзагообразное течение, подобное тому, как ползет змея, это есть путь прэмы. Когда Радхарани говорит Кришне, «Я не хочу видеть твоего лица, уходи». Это значит, Радхарани хочет видеть Кришну больше и больше. Люди могут не понять, зачем Радхарани выгоняет Кришну. Это значит, что она хочет видеть Кришну, а когда Кришна уходит, Радхарани плачет. Почему бы ты не... Почему ты позволила Кришне уйти, поскольку ты выгнала его? Но Радхарани говорит, что не хотела выгонять, и таким образом однажды Радхарани очень разгневалась. Она выгнала Кришну. Radharani again going and jump into Krishna. Find snack, cannot go. Then again go back, out of fear, embrace Krishna. Krishna purposely making this kind of problem. Krishna специально сделал, you know, сделал так, и вот в там Саравари, Манасиганге. In Manasiganga, Bhagavan Sri Krishna controlling the boat. И вот там Бхагаван Шри Кришна, он... Krishna purposely making the problem such a way Radharani become very... Oh, I can drown. Вот он их катал на лодке. So the way of love you cannot make any head and tail. With this brain... Ну и поссорились они там в процессе. Но материальным умом невозможно понять, что они имели в виду и что хотели сделать. Чем больше и больше, чем глубже и глубже мы погружаемся в океан любви, в океан прамы, тем больше мы можем найти больше всяких драгоценных камней. Costly, very, very costly jewels inside. That is why one name of ocean is Ratnakar. И вот одно из имен океана Ратнакар. Синоним. На санскрите Бенгали, то есть там ocean, такой океан сокровищ. То есть чем глубже погружаться в океан, тем больше можно найти всяких драгоценностей. Ratnakar. Ratnakar means
Ratna means jewel, you can find inside. So the more and more you go deep into и вот чем больше и больше вы погружаетесь в океан премы, тем больше сокровища вы найдете. А если вы будете бояться войти в океан из-за волн или еще чего-то, то никогда ничего не получите. Не сможете добыть что-то из этого океана. И вот и вот в этом материальном мире, если вы любите кого-то, то можете запутаться в этом материальном мире. Но према, чистая любовь к Господу, она возвысит вас до Голоки. Все наоборот, материальная любовь, она тоже есть, но в отличие от премы, она будет вас тянуть в другом направлении. А према, чистая любовь к Господу, она возвысит вас до духовного мира. Без Рупануга Баджана, Рагануга Баджана нет никакой альтернативы, я могу завтра об этом говорить. Без Рагануга Баджана нет никакой альтернативы. И вот такая любовь в материальном мире, она может погрузить нас. И вот эта вообще материальная любовь может погрузить нас в какие-то запутанность в этом мире, а трансцендентная любовь к Гуру Вайшнавам и Бхагавану, она возвысит нас до того духовного мира. И вот Джагадананда Пандит, он прав в своем измерении. Он вроде делает все правильно. И Махапрабху тоже прав. Но поскольку Махапрабху саньяси, он не может принимать все. А Джагадананда, он делает все правильно. Единственное, что забыл, что Махапрабху принял саньясу и не может принимать все служение. И что же делать? Еще несколько случаев расскажу. Я уже сказал, что главный сиддханта наш Бхарати Махарадж что же говорил. Как можно понять, что есть материальная любовь в этом материальном мире, это материальная према в материальном мире? Если есть какой-то гнев, то мы можем... То какие-то люди могут отказаться от севы и что-то делать, но сева — это слово применимо в трансцендентном мире только. В материальном мире, если у вас есть какой-то друг, например, или брат, или еще кто-то, если у вас разозлился, то может уйти прочь от вас. Но в трансцендентном мире, если кто-то разозлился, это иногда значит, что хочет он служить больше вам. Это ключ к тому миру премы. Become angry man, he like to serve more. He don't like. Why you become angry? Because you are not taking seva. They are angry at you because he wanted to take seva. И в духовном мире иногда такой гнев происходит от того, что кто-то не принимает чье-то служение. Why? So become angry. I cannot take prasadam. I cannot take what I fast. It's called love.
И это зовется любовь, а в материальном мире это все... преобладает какое-то вожделение, а любовь, она в духовном мире. И вот в Чайтанья Чаритамрите говорится, что есть огромная разница между камой, вожделением и премой, любовью. Кам андхатамо прем хай нирмал бхаскар. You don't know Bengali, I am sitting in front of some foolish people. What I can do? No understand. At least you can understand something. So there is the, it is written in Chaitanya Chaitamita, there is a havoc difference, not heaven and hell, infinity difference. Kama and prema. Kama is blind, only like to gratify own sense organ. Kama always like to satisfy his own sense. Kama значит это удовлетворение своих собственных органов чувства. Prema значит думать о полной радости, об удовлетворении севья васту, объекта нашего служения. Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, что кама, она слепа, а према, то есть как кама значит что-то, брать, брать и брать, а према давайте, давайте, давайте. Going to give everything. Kama means take everything. So there is no heaven and hell difference, infinity difference. With this idea, this mood, you cannot understand. Have to do bhajan. If become chanchal, I have no solution. What I can do? So Jagadananda. И вот Джагатананда. That day I was speaking. В тот день я говорил. Джагадананда, он очень гневался, поскольку Махапрабху он не принял его аюрведическое масло. Махапрабху пытался его утешить как-то, что столь издалека принес это масло, но саньяси, у меня нет права его использовать, лучше отдаю Джагнатху. И Джагадананда разозлился, спросил, кто сказал, что принес масло, взял эту бутылку масла и разбил ее. И вот Джагатананда очень разгневался, что Махапрабху не принял его служение, и он пришел в знак протеста поститься три дня. И потом Джагатананда сделал матрас и подушку для Махапрабху, но Махапрабху сказал, что я саньяси, я не могу этим пользоваться. You can hire one message man. А еще Махапрабху подшутил над ним, что ты только масло мне принес, почему бы массажиста еще и не привез. Я не для этого саньясу принимал. И когда Махапрабху, наш Говинда говорит, by hearing the name of Jagadananda Mahaprabhu becomes very sacky. Jagadananda, parents in mattress, everything, how I can use? Eh? You speak Jagadananda, I am sitting in ground, I am sannyasi. But Jagadananda in his own way, right? He is making putting some cotton inside so that Prabhu can feel comfortable to sleep. But Prabhu cannot accept openly. И вот когда Джагатананда Джагатананда матрас ему хороший сделал, то Махапрабху опять сказал, что я не для этого саньясу принимал Джагадананда, он опечалился, очень разочаровался, что Махапрабху не принял его саньяс. И Махапрабху сказал, что не для этого я саньясу принимал, чтобы на матрасах спать.
И в итоге этот Джагатананда решил уйти во Вриндаван, попросил разрешения Махапрабху, что никогда не был в Раджатаме, хочет посетить его хоть раз в жизни. И Махапрабху сказал: «О, Джагатананда, ты разгневался на меня, поэтому хочешь уйти прочь?» Джагатананда сказал: «Нет, нет, не для этого». Но Махапрабху сказал: «Нет, я знаю подлинную причину, ты скрываешь, что ты разгневался на меня, поэтому хочешь уйти». И Махапрабху не позволил ему идти во Вриндаван сначала. И с другой стороны, Махапрабху не разрешил ему, поскольку он знает, что в тот момент, когда Джагатананда уйдет от Махапрабху, он начнет плакать, чувствуя Випалам Прабаву, разлуку с ним. И когда Джагатананда был во Вриндаване, ну, когда он все-таки отпросился, после многократных просьб, то Санатан, он видел настроение Джагатананды, он хотел его как-то проверить. И вот Джагатананда, он все время плакал и вызывал к именам Гуранги. И Санатан наблюдал все это. И когда Джагатананда плакал, Махапрабху явился внутри его сердца и сказал, что и вот это оказывается причина, поскольку я не хотел отпускать тебе сейчас, ты получил наказание, что чувствуешь такую разлуку со мной. I never wanted to give permission to you to go to Vrindavan. Because Vrindavan is there in the lotus feet. Vrindavan, он у лотосных стоп Гуранги. Где же Вриндаван еще? Все у стоп Гуранги. Но Джагатананда разгневался на него из-за того, что тот не принимал служение и физически ушел во Вриндаван. И другое хочу показать вам. И тогда вы поймете, как насколько сильно Махапрабху любит Джагатананду. Однажды Санатан Гасай, он причитал то, что жаловался, то, что он заболел какой-то проказой, а Махапрабху обнимает его, ему это неприятно, ему что Махапрабху оскверняется, прикасаясь к нему. И спросил совета у Джагатананды, что же делать. Тот посоветовал ему уйти во Вриндаван, поскольку Махапрабху уже дал ему место вместе с Рупой, Санатаной и Дживой во Вриндаване, поэтому и уйди туда. И вот после того, как они смотрели, после Радха-ятры, лучше уходи прочь. И тот сказал, что совет хорош. Я думаю, тоже так поступить. И тем временем Махапрабху узнал об этом. И Санатан сказал: «Махапрабху, я посоветовался с Джагатанандой, и вот он дал мне совет, чтобы я ушел во Вриндаван после Радха-ятры». Я тоже думаю, что нужно уйти. И Махапрабху очень разгневался, сказал, что Джагатананда дал тебе такой совет. Ты мне можешь давать наставление, ты столь возвышен. И вот однажды, когда Махапрабху с северного Бенгала, с места Рупы и Санатаны. Руп Санатан, previous place, you know, Рамкели. С Рамкели. И вот из Рамкели, когда Махапрабху ушел в направлении Вриндавана, Санатан Гасай был очень мал в то время. Махапрабху помнил его. To exhibit in front of us the glory of that remark. И вот Санатан сказал: «О, Прабху, вы идете во Вриндаван, вы не получите радости, поскольку много людей с вами идет, столько шума, беспокойств всяких,
И вот Махапрабху, много людей следовало за Махапрабху, и вот Махапрабху дошел до Канат-начала, тоже подумал, что Вриндаван — это место, где я должен чувствовать чувство разлуки с Кришной, а тут столько людей, все шумгам, и поэтому Махапрабху решил, перед тем, как отправиться во Вриндаван, из Рамкели Санатан дал мне прекрасный совет. И это хорошо ему следовать, поэтому пойду во Вриндаван как-нибудь потом. И вот это нельзя сказать, что совет был, просто такой комментарий. Вот это вот так выглядит в оригинале. То есть он просто сказал, что сейчас не совсем подходящее время идти во Вриндаван с тысячами людей вместе. И вот Махапрабху вспомнил это с благодарностью, что Санатан дал ему такое, такой комментарий, он хороший сказал, и Махапрабху последовал ему. И вот Махапрабху сказал Санатане, Санатан, ты тоже можешь давать наставление мне, ты столь возвышен, а он дает советы тебе, как я могу это потерпеть. Он всего где-то Джага, он всего лишь какой-то... такой не взрослый человек, ребенок буквально. А он только вчера наставление, только вчера буквально отречение принял, а тут смеет тебе советы давать. И Махапрабху, и Санатан засмеялся. О, Прабху, я понял, сколько любви ты имеешь к Джагатананде. И сколько ко мне. И вот Санатан сказал, что ты так сильно любишь Джагатананду и выражаешь почтение мне, я знаю твое настроение. Махапрабху сказал, нет, не так. Он не должен давать наставление тебе. И я понял, сколько любви ты имеешь к Джагатананде, и он твой близкий спутник. А обо мне думаешь, что я внешний? Нет. Махапрабху сказал, я просто не могу потерпеть, что какие-то такие молодые преданные, младшие преданные дают наставление тем, кто гораздо старше. Для меня это... я не могу такое потерпеть. Но Санатан сказал, что ты выражаешь почтение мне, но я не могу это потерпеть. Но в то же время ругаешь Джагатананду, и лучше бы было бы, если ты ругал меня, я был бы более счастлив, чем слыша почтение от тебя в мой адрес. И таким образом, много раз, много таких подобных случаев было. И благодаря ему можно понять, какая любовь, какая прямо между Джагатанандой и пандитом, и Шриманом Махапрабху, каковы их прекрасные отношения, не только это, но также мы подготавливаемся обсудить всю сиддханту, которую написал Джагатананда. Если саньяси прочтут это, они будут удивлены. Далеко не каждый может этому следовать, этим наставлениям Джагатананды. Никакой лицемерный саньяси не могут читать это. Они боятся Джагатананда. Он говорит так все напрямую. Но в начале всего я хочу сказать, что вся сиддханта Джагатананды, вся сиддханта относительно намабаджана, обычного баджана, обязанностей саньяси, обязанностей домохозяев. Вот это небольшая книга, но она подобна атомной бомбе по эффекту.
это великое сокровище. Это прямой варта Джагатананда Пандита. И вы будете удивлены. Никакой лицемерный саньяси и брамачари не может читать эту книгу. Они пытаются всячески выкинуть, избавиться от нее. Очень такая прямая сиддханта дается там. И завтрашнюю тему я хочу связать с Мадхавендра Парипадой, Парикраму, Мадхавендра Парипад, его прама, его чувства. И я хочу это все связать с Джагатананда Пандитом и показать связь между всем этим по вашей милости. Нам санкиртанам ясу сарвапапа панасанам панама дукша шаманам там намами харим парам панчакалпатру сикипасиндибхай патитанам павана бхавишна дхьяна.